И всем привет, дорогие друзья, с вами студия StreamTO, матч Guardians против кулдаунов. Комментирую для вас сегодня Princess D и моя напарница Miss House. За картинку отвечает Дмитрий 55-й. Дарина, привет! Да, Диан, привет, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, всем привет. Для данных команд это последний тур этапа легенд. Победивший перейдет в этап чемпионов, а вот проигравший заканчивает свое участие. Ну давайте все-таки представим команду. Я начну, пожалуй, с кулдаун. В кулдауне у нас играют игроки такие, как Люциус, Оверскилл, Актимель, Монстоун и Флекс. В составе команды Guardians играют Assertive, Treasure, Silent, Snipe и Чемпион. Начинаем мы с карты Сандал. Сегодня мы играем Best of 3. Начинаем с карты Сандал, потом продолжим на Иране. И если нам повезет, мы посмотрим неожиданную карту Молоту в третьем пиком. Поэтому надеемся на интересную игру от обоих коллективов, чтобы борьба была до самого конца. И команда нас порадовали сегодня. Так, ну что ж, первый овердрайв у нас забрал Трежер. И сейчас на центре выпадает вторая коробка с ядерной энергией. И Монстон пытается ее забрать, но... Забрал ее Актимель. Пока нету особо сильных каких-то атак или давления, но я, однако, от синего коллектива уже есть небольшие попытки захода, но красные пока держатся молодцом. Ну что ж, будет ли сейчас заход от Сайленса, по крайней мере, он сейчас на данный момент пытается протроллить Актимеля, у которого есть оверка, и, кстати, вот у оверскилла и у Актимеля есть звездочка, и они, в принципе, могут сделать неплохой заход. К тому же они сейчас заходят с правой стороны от своей базы, но пока продавливания овера нет, оверскилл делает заход с центра, продавливает овердрайв, забирает флажочек и будет пробовать дергать на центр, но его убивают. Флекс тут попытается что-то сделать, прикрыть, но, к сожалению, попытка не увенчалась успехом. Я бы, конечно, отметила разницу в сетапах у команд. Если команда кулдаунов играет с РС-агромом, то Guardians играют с РС-шафтом. Снайп, как известно, достаточно шафтовод, выбрал именно данный сетап на эту карту. Плюс различаются сетапы и использованием Хантера Гаусса от оверскилла кулдаунов, и Трэшджера, играя, в свою очередь, на Хантера Страйкере. Интересно, почему команда выбирает именно такой сетап? Актимель прижимается в дефе, но шариком снайп, наверное, пытается убить сразу двоих, и Актимеля тоже убивает. Пытаются контролировать овердрайв на центре, и Мунстоун запускал шарик, тоже заберет овер. Да, Хантер забирает, и Ассертив дергает флаг, запускает сатулю, но должен флекс его разбирать и возвращать флаг. Да, к сожалению, нет. У Ассертива нету шансов, и его убивает. Но, с другой стороны, Сайленс сейчас пытается зайти на базу, и пока что также это все не увенчалось успехом. Актимель едет на красную базу, но тут, конечно, без вариантов. Я немного не поняла, для чего Актимель прожал оверку именно в дефе. Атаки такой прям особой не было. Возможно, он хотел именно паровозиком как-то заехать за флагом. Но шарик снайпа, конечно, ему помешал, потому что шарик был шикарный. Шарик снайпа скорее был на контроле овердрайва и пытался снайп зафокусить прожавшегося паладина. Но, в свою очередь, в итоге забрали овердрайв, кулдауны. Наверное, не самый плохой вариант для них, несмотря на то, что потеряли овердрайв паладина. Много овердрайвов у нас на карте, и у Нусуса, оверскилла. Посмотрим, как они смогут их реализовать. Ну, Guardians сейчас вот на данный момент они находятся именно с оверками, и Silence у нас на викинга молоте. Аптечку, правда, он уже потерял, поэтому, скорее всего, он не будет делать продавливание овера. Чемпион сейчас пробует зайти на синий флажочек, дергает его, и будет ли увоз, ну, по крайней мере, он будет пытаться. Не, все-таки Сайленс, боже, он заюзал оверку и пытается прикрыть чемпиона. Чемпион едет, кстати, даже не взяв свой овер, то есть он его не продавливает. И первая доставочка у нас есть со стороны Guardians. Счет 0-1.
Прекрасная игра от Сайленса, викинга Guardians. Он прожался, будучи на 0 хп, и у него уже скоро заканчивалась расходка, но он рискнул, и чтобы помочь чемпиону, все-таки прожал свой овердрайв, за счет чего удалось увести флаг. Отличная игра от Сайленса в поддержку своего паладина, и в то же время сохранен овердрайв паладином. Прекрасное командное взаимодействие. Тут, конечно, не поспоришь. На самом деле викинг очень сильно рисковал, продавив свою оверку. И я до последнего была уверена, что он это не сделает, так как аптечку, как мы помним, он уже заюзал ранее. Но он все-таки это сделал. Это, я считаю, очень грамотно. Тем самым он принес просто плюс один в копилочку своей команды. Ну и на данный момент мы видим, небольшая была атака со стороны синего коллектива. Оверскилл пытается зайти с центра, но Трежер его убирает. А Снайп тем временем выпускает хороший шарик, дабы прикрыть своих тиммейтов и чемпион. Будет ли он заходить? У него до сих пор есть звездочка. Но его тут, конечно, фокусят и снимают. Ну и, к сожалению, пока что захода со стороны Guardians мы не увидели. В этот раз шарик Снайпа, на мой взгляд, был не самый оптимальный, потому что команда в итоге никак не помогло. То, что он запустил шарик в команде, потому что запуск шарика был не одновременно с самим заходом, и команду уже все убили в этот момент. И, кроме того, он и противников не убил, и в итоге врезался в стену. В отличие от предыдущего шарика, который хотя бы убил поражавшегося паладина и был одновременно с контролем овера, этот шарик был очень и очень спорным. Ну, возможно, там просто было недостаточно информации, и может, он не услышал. Всякое бывает на голосе, когда ребята играют. Так, ну что ж, пока что также нету никаких прям супер смелых атак. Чемпион до сих пор катается с оверкой, почему-то он его даже не потратил. У Трежера также есть звездочка. Оверскилл сейчас пытается с Актимелем зайти на базу Guardians. И пока что выживает только Оверскилл, но я помню, что Оверскилл не боится прожимать свои овердрайвы. И будем надеяться, что в этот раз он также отыграет. У Актимеля также есть звездочка. Но опять же, ребята играют очень аккуратно. Очень и очень. Это надо отметить. Пора кулдауном уже начать использовать свои овердрайвы в атаку, а не только в деф. И попытаться как-то увести флаг, потому что пока что каких-то совместных заходов мы не видим. А чемпион один прожимается, его только сейчас замечают, но вся команда на него смотрит. Вчетвером они смотрят на него, и тем самым он отвлекает внимание, и Флекс пытается прожиматься под контроль овера, его убивают, он тратит свой овердрайв, и Мунсто он, наверное, заберет, хотя у него уже был этот шарик, а чемпион все еще живет. Прекрасное прожатие овердрайва чемпионом на самом-то деле, потому что благодаря этому команда кулдаунов не смогла забрать овердрайв викинга и в итоге потратила уже имеющийся овердрайв, учитывая, что Black Mirror Guardians и так ведут в счете. Их такой расклад устраивает, думаю. Да. Однако, также помним, да, что у Трежера есть овердрайв, и до конца боя осталось 2 минуты, и сейчас я наблюдаю от синего коллектива. Вроде как планируется заход, по крайней мере, Мунстоун очень похоже на то, что он готов прожимать овердрайв, но не видит, нету для него прям хорошего такого моментика, да, вот на данный момент нету захода, и Актимель также тратит свою аптечку, но его тут снимут, конечно, да, он не жилец. Очень пассивно играет Оверскилл, практически все время он стоит на штоке, и Снайп под атаку, наконец-то шарик запускает, летит немножко Трежера, убирает в двоих, но и Трежер тоже прожался и увозит на центр. Но Актимель прожимается, Трежер уходит от него. Но, к сожалению, не умудряется ему уйти, потому что от Люциуса прилетают у нас ракетки. Асертив рядом подбирает флажочек, выпускает сосулю, хорошую сосулю выпускает. И, возможно, даже это будет доставочка, так как, хотя нет, стойте, Монстоун шикарный овер пропустил, конечно. Он его выдал, но, к сожалению, ничего не успел сделать, и Асертив доставляет флажочек. До конца боя, напомню, уже 1 минута, и это 0-2. Плюсом Guardians, дорогие друзья.
отличное командное взаимодействие Снайпа и Трезора, которые одновременно... Но Люциус пытается уйти, Лекс прожимается, и, может быть, если он грамотно распределит своим овером... Нет, нет, успевают урон нанести. Там, конечно, есть оверскилл. Успеет ли он подхватить флаг? Нет, чемпион все-таки возвращает. Так вот, возвращаясь к тому, что было при увозе флага, Трезор и Снайп сыграли очень... хорошо, поскольку смогли одновременно прожать эти овердайвы. Чемпион один заходит, на него уже никто не обращает внимания. Но 20 секунд до конца, думаю, что уже в этом раунде кулдауны сдались, потому что понимаю, что в этом раунде уже не удастся что-либо сделать. Права, Диан, как и всегда, потому что меньше 10 секунд, во-первых, доставочки они не смогут никакой совершить. Время просто не играет в их пользу. Ну и первый раунд у нас выигрывает команда Guardians. Может быть, во втором раунде именно кулдауны покажут себя. По крайней мере, мы на это надеемся. Да, действительно, кулдаунам надо собраться и как-то подумать над тем, чтобы координировать совместные заходы в атаке, потому что, на мой взгляд, это главная проблема кулдаунов. Никаких координационных действий толком и не было. Мы ни разу не видели, чтобы под шариком заходил либо паладин, либо хантер, либо викинг. Все как-то пытаются на центре как-то проскочить сквозь в оппонентов, но им это не удается. Хочется отметить овердрайв, который у нас заюзал Мунстоун. Это как раз на последней заставочке вот этого флага, который... лег просто в копилочку со счетом 0-2 в команду Guardians. Там, конечно, оверка была выпущена вот, ну, хорошо, но, к сожалению, не для команды Cooldown. Потому что Guardians, они... если вы наблюдали этот момент, ребята просто рассыпались с этой стороны, и там по минималке просто захватило их. И из-за этого произошла доставочка. Но вообще задумка довольно неплохая. Задумка, да, может быть, и неплохая, но шарик запущен туда, где не было противников. Да, они просто отъехали, поэтому как бы ничего флагоносец, и не вышло. А флагоносец, в принципе, не поехал сразу на шток, а поехал в тыл к себе на респы, и, собственно, шарик бы его, в принципе, не задел бы. А остальная команда разъехалась, так что я бы поспорила, насколько... хорош этот шарик. Наверное, Мунстоун надеялся, что поедет прямо флагоносец Guardians, но он сыграл умнее. Собственно, ну и доставка в итоге. Ну и в целом, надо отметить, что Guardians играют намного сильнее и за счет командных заходов показывают хороший уровень игры. Да, согласна. Ну что ж, первую коробочку у нас забрал оверскилл, и ребята уже делитаются, и начинается бой. Наконец-таки мы сейчас должны увидеть, мы просто обязаны на это смотреть, мы просто будем наблюдать, и очень хочется увидеть ответку со стороны кулдаунов. Действительно, ответку хочется увидеть. В чатике у нас пишут, что ждут от Актимеля, что он проснется и покажет свой класс. Но мы тоже этого ждем, потому что мы хотим какой-то борьбы в этой игре. И надеемся, что Актимель, как, наверное, главный атакер команды кулдаунов, продемонстрирует нам это. Ну, а пока мы ждем, уже есть небольшая... атака со стороны синего коллектива. Кстати, на центре падает овердрайв, и его ждет Леброн. Обычно Леброн у нас делает подбор. А Сертив тем временем продавливает свой оверку и выпускает сосулю, но там не то, что убивает, а просто пока что задевает. Будет ли сейчас атака, пока неизвестно. Кстати, Флекс с Актимелем пытаются заехать, Флекса убивают. Актимель продавливает аптечку, но пока все безрезультатно. Тем временем чемпион аккуратненько движется на базу своих противников и пытается вынести шафта, который постоянно не дает им просто проехать. Ну и вижу, что оверскилл... ах, нет, я так надеялась, что он заедет и все-таки продавит свою оверку. Но там, конечно, без шансов. Но пока ожидаем хорошего захода. Пока ждем.
Что касается овердрайва Assertive, я думаю, что он был как раз очень правильным, потому что в тот момент летел овердрайв на центре, и нужно было помочь Леброну забрать этот овердрайв. Именно сосуля от Assertive, которая заморозила несколько игроков и одного вроде убила, помогла Леброну забрать этот овердрайв. Также хотелось бы отметить, что команда кулдаунов поменяла свой сетап. Вместо Ареса Граммамум, что он взял Ареса Шафта. То есть, можно сказать, скопировали в этой части сетап Guardians. Посмотрим, к чему это приведет. Так, ну что ж, пытаются красный коллектив придавить немножечко другую сторону команды. Флекс заезжает на флажочек, продирается аптечку и пытается уехать, но ему не получается. Кстати, шарик был запущен и врезается в стену. Актимель подбирает флажочек, на центре падает оверка, но ничего не происходит. Трежер тратит овердрайв, но тратит его наглухо, и также пока ничего не происходит. Кстати, оверку с центра забрал паладинчик. Я, честно сказать, много разочарована, потому что наконец-то кулдауны зашли в атаку, казалось бы, вместе, но они поехали увозить флаг в одну сторону, а шарик полетел по центру, в другую сторону. И понятно, что такой шарик не помог никак увести, в итоге и потратили шарик, и совместная атака в никуда. Так, ну что, чемпион продавил овердрайву, и хотели они сейчас попытаться с трежером зайти, но, к сожалению, у них не вышло. А тем временем Сайленс пытается дергать флаг, уходит на центр, Леброн продавливает оверку и просто расстреливает всех своих соперников. Передача от Сайленса флага. Чемпиону это доставка. Я прям в шоке. Если честно, не думала, что будет доставочка, потому что там ребята очень все прям повернулись на эту доставку. Все хотели убить, но, к сожалению, для кулдаун Гвардионсу еще один флажочек в копилку идет. И со стороны кулдаун сейчас есть небольшая также атака, но она безуспешна. Кулдауну надо срочно отыграться, потому что пока что мы можем наблюдать, это играет вообще не их в пользу. И время, кстати, капает. Чуть меньше 6 минут осталось до окончания данного раунда. Оверка падает на центре. Леброн будет ее, скорее всего, фиксировать. Но его сливают, и овер надо срочно забрать. И, ну же, чемпион не смог он забрать. И также ядерка лежит на центре. Оверскилл едет, будет пробовать также ее забирать. И ему это удается. Отличный овердрайв при увозе был от Сайленса, потому что он забрался на подъемчик и наверх запустил вот этот овердрайв. А в свою очередь Хантер оверскилл так прожался, хотел остановить этот шарик, но в итоге сам погиб от овердрайва Ареса и не остановил Сайленса. Сайленс в итоге дернул флаг, довез его чуть ли не до своей базы, где его встретили великолепная команда и Assertive, который выдал сосулю по прожавшемуся Флексу, и Леброн. Опять же, прекрасная командная игра от Guardians. А в свою очередь, такой же момент с командным заходом кулдауны реализовать не смогли. К сожалению, пока нет, но есть у ребят еще время, поэтому будем надеяться, что они все-таки смогут что-то сделать. Трежер с Леброном пытаются сделать заход. У Трежера есть оверка. Будет ли он заходить, пока он что-то думает? Ну вот, сделал он заход. Леброн пробует дернуть флажочек, но, блин, рез по этого Флекса и просто убивает Assertive. Пытается опять дернуть флажочек через центр. У него также есть сосуля, он пока ее не использует. Осталось очень мало хп и не довозит совсем немножечко. Шафт его выносит. Леброн будет пробовать подбирать, но также у него не получается. Тут уже Трежер делает доставку. Тем временем Актимель приезжает к ним на базу. Он не успевает сделать возврат, но его убивают. Летят овердрайвы, летят сосули. Центр Флекса забирает оверку. Ну и это 2-0, дорогие друзья, в пользу Guardians. Ну, конечно, надо было кулдауном скорее пытаться отпустить уже этот флаг, а в свою очередь
Тимелю пытаться на паладине увозить на центр, и Мунстоуну не столько давать шарик на возврат, сколько на потенциальный угоз от Актимеля, который должен был сказать, что я вот буду увозить на центр, брать, дергать флаг, и тогда, если бы этот шарик не врезался в подъем противников, то, возможно, бы и подлечил Актимеля, и он с прожатым овердрайвом увез бы этот флаг. Но, опять же, наверное, больше была концентрация на возврате флага, а не на угозе. Что и закончилось отсутствием встречного флага от пулдауна. Ну, Guardians играют очень уверенно. По крайней мере, вот мы наблюдаем второй раунд, и могу сказать, что там, конечно, связь у них прям полностью налажена, потому что, в отличие от кулдаунов, у них есть четкие заходы, бывают какие-то моменты, которые, допустим, даже нам и, скорее всего, зрителям также непонятно. Леброн тем временем прожимает овердрайв, летит шарик, прикрывает Леброна, он пробует дернуть его через центр, там флекс, он думает, нет, надо как-то делать в обход, чемпиона сливают. Кстати, чемпион мог бы продавить оверку, но он не стал рисковать. Ну и из-за этого, конечно, увоза не получилось. Тем временем на центре у нас выпадает ядерная энергия, Леброн уже мчится ее забирать, и ему это удается. Сайленс тоже попытка была, в принципе, увоза, но я бы назвала такую попытку немного глухой. Действительно, счет уже 0-2 в пользу Guardians, и пока непонятно, за счет чего кулдауны вообще могут отыграться, потому что то, что мы видим из раза в раз, не дает никаких оснований полагать, что у кулдаунов хоть есть какие-то малейшие шансы, по крайней мере, на сандале. Ну, время явно не в пользу кулдаунов. Может быть, если бы у них было больше времени, они бы смогли показать какой-то мастер-класс, но, к сожалению, мы пока этого не наблюдаем. Ну и к тому же, хотелось бы напомнить, что для данных команд это вообще последний тур этапа легенд. Тут только одна команда выйдет. Флекс тем временем пытается увозить флажочек, едет небольшими тылами, но почти через центр, но его снимают. И Актимели снимает, флаг остается лежать, и Монстоун сейчас пробует ехать на флаг. Тут, конечно, от красного коллектива есть такой дерзкий подбор, Люциус все-таки удается ему захватить флажочек, у него также есть оверка, делает прицеливание, заезжает на свою базу, но что я вижу, чемпион выносит, продавливает оверку и делает возврат флажочка прямо уже на базе. Обалдеть, просто, вот нету слов, такое было сейчас месиво. Трежер пытается увести, но, к сожалению, не выходит. Чемпион также на оверке сейчас пробует сделать увоз, но красный коллектив его выносит. Леброн тем временем продавливает овердрайв с центра, но он был очень неаккуратным, потому что сразу была фокусировка по Леброну, и ему просто не дали реализовать данную оверку. Но был опасный момент. Чемпион вообще молодец. Неожиданно, что он прям так из-за угла выходит и сливает флагоносца и делает возврат. И снова мы видим чемпиона, который пробует сделать увоз. Но тут, конечно, без шансов. Хотя Трежер рядом находится уже. Попытался подхватить флажочек, но у него ничего не вышло. Неплохо. И последние секунды, дорогие друзья, тут уже, конечно, никто ничего не сделает. И в данном раунде также у нас побеждает команда Guardians. Действительно, уже 2-0 в пользу Guardians по раундам. Что касается последнего момента с увозом флага от кулдаунов, то, конечно, кулдауны наконец-то дернули флаг, но учитывая количество урона, которое прилетало под ним, когда они увозили этот флаг, и количество овердрайвов, которые были у их оппонентов, надеяться на доставку вряд ли можно было, потому что и у Паладина был овердрайв, который мог сразу же доехать на возврат и вернуть этот флаг, и у Викинга, поэтому рассчитывать на то, что они это доставят, я думаю, в принципе, было невозможно. А сейчас мы переходим на вторую карту. Вторая карта – это Иран и кулдаунов. Посмотрим, как они покажут себя на своей карте. Да, будем надеяться, что кулдауны смогут все-таки отыграть Иран. И вот у нас уже имеется ссылочка. В целом, тактика Guardians не помогла кулдаунам, потому что... Да, ребята уже начинают играть.
Может быть, как-то они не привыкли к такой тактике. Может быть, не совсем им удобно в это играть. На самом деле, шарики Мунстоун сверху запускал. Не сказала бы, что очень хорошие. Они всегда были не согласованы атакой своей команды. По крайней мере, Снайп пытался это делать в согласовании с командой, не всегда удавалось, хотя один раз получилось прекрасно, и это была доставка. А от Мунстоуна таких шариков мы, в принципе, не видели. Мы видели один шарик, когда его команда увозила в одну сторону, а он давал шарик в другую. Когда он давал другой шарик, он давал, который врезался. Наверное, он, в принципе, не рассчитывал, что будет увоз, а хотел вернуть флаг. Но смотрим теперь Иран и будем надеяться, что кулдауны покажут еще себя. Так, ну что ж, у нас там, по-моему, уже начинается перезаход. Будет создаваться новая карта. Наверное, технические какие-то проблемы у команд. В целом, действительно, это последний матч этапа легенд. У нас уже определились 7 кланов, которые попадут в этап чемпионов. Это Diamonds, Pepega, Team Pointers, Red Notice, Токсики, Дивайны и Retired Bots. Соответственно, последней командой будет либо Guardians, либо Кулдауны. Ну что, карта у нас уже есть. И снова неправильную карту, похоже, создают команды. И будем ждать еще раз новой карты. Ну, выбора особо нету, а времени у нас навалом. Так что подождем. Действительно, времени у нас предостаточно. Действительно, в этапе чемпионов мы уже видим самые сильные команды, которые завоевали Раску Звезда и будут бороться за топ-3, за Краску Чемпион, Серебро и Бронза. И будем рассчитывать на то, что команды за ближайшую неделю перерыва подготовятся к этапу чемпионов и покажут максимально качественную игру, потому что не зря же именно эти команды вышли в топ-8, а значит, они готовы продолжать совершенствоваться и бороться за топ-1 данного мажора. Похоже, у нас уже есть еще одна очередная карта. Кулдаунам, конечно, следует готовиться к Ирану надлежащим образом, потому что если они проиграют хотя бы один раунд, потом они проигрывать уже не могут. Соответственно, максимум, что они могут сделать, это сыграть ничью, а потом уже желательно побеждать. Кулдаунам в любом случае нужно отыгрываться, потому что если они проиграют, то они выходят из турнира и не продолжают свое участие. Да, да. Конечно, кулдауны, надеюсь, соберутся, потому что этот матч
эта карта уже может оказаться последней вообще в этапе легенд. И надеюсь, что кулдауны нельзя пикнули именно Иран, потому что у них был выбор между Ираном, Плато. Между Ираном, Редалертом, там, Перекрестком. Песком. Но они вот выбрали именно Иран. По каким-то причинам. Значит, они готовы Иран играть больше, чем Перекресток, Песок или Редалерт, который потом вычеркнули Guardians. Значит, есть какие-то заготовки, есть натренированные моменты, и команда кулдаунов готова. Сейчас мы и будем это наблюдать. Ребята уже сделали перегол, и на данный момент будет мясо на центре за первый овердрайв. Да, команда будет бороться с овердрайв на центре. Иран, конечно, не самая простая карта. Тут команда зачастую играет позиционно с контролем карты, и главное кулдауном не зажиматься на своих респах и не бояться дергать флаги, потому что если они этого делать не будут, вряд ли что-то получится. И Мунстоуну, конечно, очень сильно следует поработать над шариками, хотя бы в этом раунде, потому что то, что мы видели на Сандале, это было не совсем идеально. Мягко сказать, не идеально. Но рассчитываем, что тут будет лучше. Так, мне кажется, у нас тут изменения в сетапе. Актимель у нас взял Теслочку. Актимель был на Тесле на Сандале. Да? Ну, вообще, да, но вообще на разных картах, конечно... Тогда поменяются команд. Мунстоун вернулся на Ресаграма. Но в любом случае, первый овердрайв забрал у нас Актимель. Сейчас уже ребята будут делитаться. И мы наконец-таки... Я надеюсь, что мы наконец-таки увидим хорошую игру со стороны кулдаунов. Действительно рассчитываем на прекрасную игру со стороны кулдаунов. Так, ну что ж, матч начался, и пока, конечно же, на первой минуте захода нету, карта Иран, я бы не сказал, что она супер легкая. Актимель сейчас пытается зайти через центр, у него, напомню, есть звездочка, но Сайленс его снимает, там же заходит с тыла Флекс, а тем временем у нас Трежер тянет ложочек через центр, и его тут уже и чемпион прикрывает, и красный коллектив пока ничего не может сделать. Возможно, даже это будет доставочка со стороны Трежера, и это есть доставочка. И снова у нас пока на данный момент ведет Гвардиан со счетом 1-0. Очень быстро, конечно, пропускают флаг, пропустили свои тылы, кулдауны, и в итоге уже, когда флаг оказался на центре, ничего не могли сделать, не могли догнать вражеского флагоносца. И уже кулдаунам надо отыгрываться прямо на первой минуте. Да, кулдаунам сейчас терять нечего, поэтому они просто обязаны сделать какую-то либо атаку. На центре падает оверка, но хорошая сосуля прилетает и никому не дает забрать оверку. Леброн тем временем забирает овердрайв. Люциус пытается зайти на флаг и дергает его, но у него нету даже прикрытия, и тут с разных сторон его убивает синий коллектив. Попытка была довольно слабая. Актимель также пока не использует свой овердрайв, но и вообще я наблюдаю, что именно синий коллектив на данный момент придавливает команду кулдаунов. Также с тыла у нас чемпион рикошета Паладини, он сейчас пытается разобраться с оверскиллом. Ну и в данный момент особо сильных атак нету. Будет ли использовать Актимель овердрайв, чтобы именно в атаку пойти? Так, пока аптечку потратил, ну, конечно же, тут без шансов. Леброн тем временем пытается захватить ложочек. Хороший шарик у нас со стороны Сайленс. Но Леброн у нас стопорит оверка Хантера.
передача Assertive флага, и Assertive пробует убрать всех своих соперников и дергает через центр флажочек, и это будет доставочка, потому что снова красного коллектива не оказывается рядом, и 2-0 уже вообще идет в копилочку по красоте команде Guardians. Опять же, Guardians заходят в совместную атаку, Люс встречают на центре, Люциус будет пытаться, может быть, дергать. Нет, это Монсто, он дает шарик в респы противников, но при этом флаг никто не увозит, и толком этот шарик никого не убивает. Люциус уже погиб, к сожалению, к тому времени. А чемпион дергает флаг на 0 хп, но, наверное... А, у него еще есть аптечка, и он увозит. Сможет ли его оверскил остановить? Нет, оверскил на 0 хп. Но нет, все-таки флаг убили. Флекс в то же время увозит. Флекс увозит, Монсто, он должен возвращать, либо он не успеет. Нет, успевает, прожимает, овер, рискует и возвращает флаг. Отличная, отличная игра от Леброна. Ну, это слаженность коллектива. Вот мы это сейчас и наблюдаем. У кулдаунов был шанс сделать доставочку, но, к сожалению, флагоносца никто не прикрыл. И Леброн очень красиво прожал оверку, дабы защитить свой флаг, что у него, собственно, и получилось. Тем временем Актимель продавливает, наконец-то, свой овердрайв, но это без шансов, потому что Ассертив его убивает сосулей, а чемпион снова дергает флаг. Дорогие друзья, едет тылами, у него 0 хп, и его убивает Люцев, и, к сожалению, не успевает Трежер вернуть флаг. Оверскилл дергает также флажочек, и его снимают. Так, сосуля от Люциуса, и Актимель подбирает флаг, и будет ли он его увозить сейчас, вот очень хороший момент. Пробует увести тылами, команда его прикрывает. У него осталось 0 хп, и аптечку он уже продавил, но не успевает, с центра идет и по нему сводочка, оверскилл подбирает флаг. Леброн также пытается что-то сделать, но не получается, и... Ай-яй-яй, сейчас могла бы быть доставка, но, к сожалению, она не произошла. И вот, наконец-таки, зачем оверскилл скинул флаг? Что происходит? На карте происходит просто, дорогие друзья, мясо. Наконец-таки, кулдауном удается доставить флаг. И это 2-1. Но я не поняла, для чего оверскилл скинул флаг, потому что соперников на данный момент не было. И что-то они немного замешкались. И, возможно, тут играли секунды еще бы чуть-чуть, и им бы не удалось сделать доставку. Тем временем, Флекс тоже попытался взять флажочек, но не получается. Чемпиона мы снова видим на стороне красного коллектива, но опять же пока ничего. Но 2-1 пока идет, дорогие друзья, 2-1. А до конца боя чуть меньше 5 минут. Действительно, но Леброн опять забирает оверку на центре, соответственно, с контролем овера у кулдаунов в этом матче отвратительно. В один раз Люциус пытался законтролировать овердрайв, запуская сосулю в Леброна, который ехал на центр, но при этом сосуля пролетела сквозь, и он смог только заморозить Леброна, который в итоге забрал оверку на центре. Снова потом во время доставки кулдаунами они также не обращали внимания на контроль овера на центре. А Леброн забирает овер, и если будет надо, то он реализует его еще раз, как он это уже сделал, возвращая флаг. Ну что ж, Ассертив сейчас снова пытается дернуть флажочек, но его там уже поджидает оверскилл, и флаг дернуть не получается. На самом деле, сводки от Гаусса, они довольно мощные. Актимель, будет ли он сейчас заезжать на синюю базу? Да, он это делает. Попытается дернуть, но, к сожалению, не венчался успехом то, что он пытался сделать. На центре также выпадает у нас овердрайв. Леброн будет пробовать его законтролировать. Ой, сейчас что произошло? Леброн прожал свою оверку, с другой стороны был шарик. И чтобы поглотить этот шарик, ребята просто продавливают овердрайв Хантера. Тем временем у нас была попытка увоза со стороны синего коллектива, и тут же была попытка увоза со стороны красного коллектива. Но это не увенчалось успехом. Оверки, конечно, юзать ребята могут и не боятся. Но хочется отметить, что у Актимели не так слаженно работают именно овердрайвы. Иногда просто он прожимает их не вовремя. До конца боя 3 минуты. Кулдауну надо срочно привести 1-2 флага, если они это не сделают. Но это будет печально, конечно. Действительно, кулдаунам уже пора отыгрываться. И... Но я говорю же, если они будут также контролировать овердрайв на центре, то шансов на то, чтобы отыграться, у них нет. Они, например, потратили шарик,
видя, что Викинг сражался и надеялись, что они тем самым законтролируют овердрайв, и Викинг останется без овера, но при этом не заметили Хандера с овером, который отключил этот шарик, и, соответственно, только Мунстоун в итоге потерял шарик, а команда Guardians осталась с овердрайвом Викинга. Так, ну что ж, Актимель сейчас попробовал дернуть флаг, но у него не вышло. И я немного, знаешь, мне вот непонятна ситуация такая. Например, у Актимеля есть овердрайв, и у некоторых из его команды также есть у нас по звездочке. Возьмем, к примеру, оверскилл. Но такое ощущение, как будто нету информации, чтобы его прикрывали. То есть он один идет чисто в атаку. По крайней мере, со стороны Guardians такого нету, и Сайлум сейчас продавливает овердрайв, пошел он этот шарик по респам, но такое, знаете себе, не очень эффектно, я бы даже сказала. Однако, возможно, им даже это сможет помочь. Тем временем Леброн у нас проходит по тылам и будет пробовать дернуть шарик. Мунстоуна также снимает, и да, есть, он дергает шарик, делает увоз под мостом, его уже его команда прикрывает, чемпион продавливает овердрайв и подлечивает Леброна. Будет ли доставочка? Там Люциус пытается что-то сделать, но Леброна убивают. Давай, Силенс, давай. Есть подхват флага и доставку. Есть, Флекс продавливает оверку, но не успевает ничего сделать. Также есть оверка у нас от Актимеля, и Флекс дергает флаг у синего коллектива. Также будет пытаться уходить тылами. Есть возможность доставочки, до конца боя 1 минута, и скорее всего даже ему удастся это сделать, так как нету соперника рядом. И тут же Актимель трогает флаг, и, к сожалению, не получается. До конца боя уже меньше 50 секунд, счет 3-2, пока что ведут команда Guardians. Очень рисковали, конечно, Guardians, не возвращая флаг на шток. Собственно, из-за этого им не удалось сразу поставить этот флаг. И, конечно, если бы Люциус, возможно, закрутил бы сосулю через коридорчик этот на базе противника, то удалось бы и вернуть флаг бы. Но там, на самом деле, не так уж легко. Там есть неудобный подъемчик для запуска сосули. И в итоге все хорошо для Guardians закончилось. Лек прожимается в попытке увоза флага, но его быстро разбирают. И, наверное, уже счет останется 3-2 в пользу Guardians в этом раунде. И потому что кулдауны, как бы они ни старались, не успеют доставить. 3-0 по раундам в пользу Guardians. И теперь кулдаунам нельзя даже в ничью играть ни одного раунда, чтобы выйти в топ-8. Надо собраться, когда, если не сейчас. Ну, а в данном раунде кулдауны немножечко показали свое «я». По крайней мере, им удалось привести целых 2 флага. Но, однако, это пока не решает то, что они выигрывают. Потому что, к сожалению, пока что мы видим не очень хорошую игру со стороны кулдаунов. И на данный момент у нас ведет Guardians. И да, Диана, как всегда, права. Этот раунд уже, наверное, будет решающим. Кулдаунам ни в коем случае нельзя проигрывать или играть в ничью. Им сейчас данный раунд нужно выиграть обязательно. Да, конечно, кулдауны наконец-то начали доставлять флаги на Иране, но, конечно, игра оставляет желать лучшего, поскольку все-таки контроль карты был за Guardians. Guardians заходили намного агрессивнее, чаще и больше контролировали овердрайв на центре. За счет этого Guardians заслуженно победили. И теперь им достаточно просто сыграть ничью, и они будут в топ-8. Ну, видно, что у Guardians намного лучше идет передача информации. Видно, что ребята тренировались. И на данный момент, да, с их стороны идет довольно неплохая игра. Опять же, хочется отметить, есть, ну, в каждой команде есть такие моменты, когда неудачное прожатие овердрайвов или неправильный заход. Однако Guardians в этом плане молодцы, и пока что мы наблюдаем от них довольно неплохую игру. Действительно, Guardians показывают неплохую игру, которая основана на том, что LeBron
очень агрессивно с помощью овердрайва заходит в атаку, прожимается, и команда его встречает. Хочется отметить, кстати, Леброна о том, что он довольно неплохо контролирует овердрайвы. Не раз уже замечено было, как он выжидает выпадения и едет в самый последний момент, чтобы захватить. Ну и, конечно же, команда ему помогает. Замена у нас на карте. Трежер уступает место Пейсу. И посмотрим, как Пейс вольется в эту игру. На Хантера. Хантера Рикошете. Драйв Пейс. Ну что ж, значит, будем наблюдать. Ну и пока на данный момент у нас есть первая атака со стороны Леброна. Берет флажочек синего коллектива и пробует сейчас уехать. Но тут Монстоун респится. И не только, кстати, он. Леброн поворачивает на центр. Будет дергать через центр. В центре падает аптечка. Но оверскилл уже тут совсем рядом. И это первая доставочка со стороны Гвардианс. И снова Гвардианс у нас ведут. Гвардианс молодцы. Как же Леброн грамотно выбирает траекторию. Чувствует свой корпус и виляет между этими домиками, пальмами. Очень грамотно выбор Диувоза. Практически в соло все сделал Леброн в этом моменте. И уже 1-0 в пользу Guardians. Да, кстати, со стороны синего коллектива также была небольшая атака, и, к сожалению, оверскилл продавливает свой овердрайв, чтобы сделать увоз, но его снимают, то есть оверка уже как бы потрачена. У Актимели также есть овердрайв, и будет ли он его юзать, пока неизвестно. Флекс пытается зайти на базу противника и дернуть флажочек, но Леброн уже находится на защите, а также Актимель продавливает овердрайв, чтобы помочь своему тиммейту. Оверскилл дергает флажочек, но хороший шарик со стороны Сайленс, и флаг остается на базе. Тем временем чемпион заезжает на базу своего противника и будет пробовать дергать флаг, продавливает аптечку, и ему пока что вроде удается даже уйти. Тут Пейс уже рядом подстраховывает своего игрока, но так, Паладина убивает, Пейс перехватывает флаг, и оверскилл, пока там все заняты, дергает флаг, не дает просто поставить. Монстоун продавливает хорошую оверку. Это возврат со стороны оверскилла своего флага, но, к сожалению, тут уже началось такое мясо, что флаг просто остается на месте и никуда не девается. Ну и, конечно же, ПС его возвращает на базу. Пока что счет 0-1 без изменений. Леброн прожал овердрайв, наверное, на контроль оверки на центре, но ему это не удалось, так что, наверное, не самый удачный овердрайв от Леброна. А в свою очередь хотелось бы заметить изменения и в составе, в сетапе кулдаунов. Люциус играл на Скорпионе, на Крусейдера Скорпионе, а в этом раунде отделал Крусейдера Шафта. Интересная смена. Люциус, мы знаем его вообще как отличного шафтовода, и надеюсь, в этом раунде это поможет каким-то образом кулдауном, хотя бы с небольшим отрывом выиграть этот матч. Ну что ж, Пейс у нас дергает флаг и будет пробовать уходить. Его снимает. Тут рядом уже Сайленс пытается что-то делать. Сосуля от Асертива летит довольно хорошая и подбирает флаг, но Монстоун снова показывает свой овердрайв. А в этот момент Актимейл на 0 хп берет флаг красных и пытается уйти тылами, но ему не удается это сделать, потому что Леброн его снимает. И также ему надо сейчас срочно вернуть флаг, но он не успевает это сделать. Люциус подъезжает, подхватывает флажочек, но хотел выпустить сосулю, и ПС его просто стопорит. У Асертива также остается на базе флаг. Монстоун, будет ли подбор этого флага? Так, нет, все-таки. Ой, как. Какой бой начался, обалдеть просто. Актимель сейчас на данный момент находится с флагом. Дорогие друзья, у нас произошел на карте размен. Чемпион пытается вернуть флаг, продавливает свой оверку. Оверскилл также продавливает свой овердрайв. Защищает свой флаг, прыгает в яму. И Леброн продавливает оверку. И это возврат флага и еще одна доставочка. И плюсом еще один флаг. Итого счет 0-2 в пользу Guardians. Но сейчас было очень жестко. Кстати, Флекс продавливает оверку на стороне своих соперников, но его это не спасает.
Леброн забрал оверку на центре. Опять же, кулдауны больше беспокоились о своем флаге, вероятно, нервничали. Все там толпились в одном месте. В то время как Леброн забрал овер, и за счет этого овера в итоге вернул. В свою очередь, когда у кулдаунов была возможность для возврата флага, очень долго Мунстоун решался выпускать этот шарик. А если бы выпустил его раньше, то, возможно, бы и своих тиммейтов бы подлечил. И удалось бы сделать возврат, когда флаг был еще с левой стороны от базы кулдаунов. Но у синего коллектива есть еще шанс отыграться. Оверскилл попытался забрать флаг, но у него это не вышло. Напомню, что до конца боя остается не так уж и много минут. Это 4 минуты 30 секунд. Смогут ли кулдауны отыграть данный раунд, пока неизвестно. Но мы видим, как красный коллектив просто придавливает. И тут Сайленс уже находится на базе. Возможно, хотел выпустить оверку по респам, но его слили. И ничего не произошло. Снова мы видим овер на центре. И Актимель сейчас, продавив овер, попытался сделать увоз, но он был неудачный. И, кстати, с центра Флекс забирает овердрайв. Будет ли его реализация в данный момент, либо же он будет ждать, пока не ясно. Но он пробует дернуть флажочек, его снимают. Актимель также пытается помочь кому-то, непонятно уже кому, потому что Флекса слили. Но Актимель в одиночку идет на флаг. Получится ли, неизвестно. Нет, не получается, ну а тем временем Леброн уже находится, опять же, на базе своего соперника и дергает флажочек, тут уже и Ассертив пытается его прикрыть и показывает, мол, иди, давай, давай, беги, и Леброн у нас бежит, и будет ли доставка? Да, дорогие друзья, это снова доставка со стороны Guardians, и я считаю, что это превосходная игра. Действительно отличная игра от Guardians, но в то же время... далеко от даже хорошей игры показывают кулдаун и не слишком хорошее прожатие оверов, и нет командного захода во время прожатия этих оверов, а в то же время, даже когда Флекс там забирает овердрайв, грамотной реализации этого овера мы не видим. И мы сейчас вот видели только что, как Сайленс классно прожал овер, убил двоих, за счет чего Леброн дернул флаг. А вот таких же шариков от Мунстоуна мы не видели. Сейчас Пейс увозит флаг, его не замечают. Только сейчас Мунстоун поворачивается, а Пейс грамотно на центр уходит. Тут его может Леброн встречать. И, наверное, будет его встречать. Падает овердрайв на центр. Нет, оверскилл все-таки дефит этот флаг, и Актимель прожимается. И будет ходить на флаг. Ну что ж, он пытается все-таки зайти на флажочек, там рядом оверскилл его пытается подстраховать, но, к сожалению, у них не выходит. До конца боя осталось 2 минуты 10 секунд. И, ну, я думаю, что кулдауны, мне кажется, не покажут уже свою хорошую игру, потому что вот это вот сравнение кулдауны, это... с другим коллективом, что-то как-то они слабовато играют в данном раунде. Ну и вообще мы видели, что все раунды у нас Guardians почему-то тащат эти флаги, как просто бешеные коты, и у них это очень хорошо получается. Поэтому если сейчас, вот остается меньше 2 минут, если сейчас кулдауны не возьмутся и не предпримут какие-то действия, то это для них будет поражение. Но... 4 флага за 3 минуты невозможно увести, поэтому я уже уверена, что это будет поражение для кулдаунов. Поэтому, наверное, уже можно поздравлять Guardians с победой в игре в целом. 4 флага за 1,5 минуты увести невозможно. Guardians на самом деле очень хорошую игру показывают, и в этот раз мы убедились, да, Guardians можно уже поздравить, они... проходят у нас дальше. Ребята молодцы. Тренировались, это видно. Хорошая тактика, хорошая передача информации. Поэтому только наши поздравления. Действительно, поздравляем Guardians. Желаем им удачи в топ-8. Посмотрим, как они смогут оказать сопротивление тем командам, которые уже там.
Пимпион тем временем, кстати, на последних секундах все-таки он пробует увести флаг, и пока ему достаточно времени, потому что 20 секунд, за это время он, в принципе, успевает сделать еще одну доставочку, и это просто бам, последняя доставочка, и 0-4 в счет Guardians. Это как вишенка на торте. Да, последний флаг доставляют Guardians, и завершают наш топ-8. Поздравляем команды всем с завершением этапа легенд. И встретимся тогда на этапе чемпионов. Всем до скорых встреч. Всем пока. Все верно, дорогие друзья. Услышимся с вами уже скоро. Всем пока.